кто самый лучший отец по знаку зодиака. Подпишись еще на мой телеграм. 12 место – рыбы. 11 место – скорпион, они отцами быть не хотят в принципе никогда. 10 место – водолей. Водолей умеет быть классным папой только тогда, когда сам хочет поиграть в радиоуправляемый вертолетик. 9 место – весы. Это очень самоуверенный отец. 8 место – близнецы. Их пожизненный девиз – в поле ветер, в дупе дым, буду вечно молодым. 7 место – стрелец. Еще один папа-праздник, только на этот раз вселенских масштабов. 6 место – несерьезный овен. 5 место – козерог, самые зрелые зодиакальные папаши. 4 место – рак, прирожденные папаши типа пингвинов. 3 место – лев, у них все всегда самое лучшее, и дети, соответственно, тоже. 2 место – дева, он готов делать всю грязную, неприятную и тоскливую работу. И 1 место – самый лучший папа в мире – телец.